Всем привет! С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Всем, кому было интересно, что же на аквариумной ферме, там, где у меня кубики с растениями и рыбами, вот сейчас вам расскажу. Так, наверное, нужно будет свет включить, хотя нет, не будем включать, толку нет. Значит, смотрите, опять начнем с верху вниз. Первый кубик. Грунт, лава, криптокарина Невеля. Простая криптокарина тут какая-то. Вот. И папоротник тайландский, ускалистый. Вот. Из живности, я не знаю вообще, кто тут выжил. Живет ли тут кто-то, кроме улиток. В общем, пока вижу только растения. Рыбу тут не вижу. Так, что буду делать по нему? Ну, поубираю вот это вот всю нечатку. Вот эту полочку уберу. Почищу фильтр. Фильтр уже трещит, если слышно. Вот. Он набит стружкой пластиковой. И, наверное, я сюда поставлю губку. Так, вот, вот так будет виднее точно. Вот. Напомню, все это освещается 10-ваттными вот прожекторами, самыми простыми. Над водопадиком стоит 20 ватт. Что с водопадиком? Ну вот. Некоторые жители живут, а именно формозы. Близко не могу подносить к этим прожекторам, мерцают. Вот. Фикус памела, вот я его подрезал, но как-то он себя чувствует не очень хорошо. Вот. Также вот растения, которые уже приняли воздушную форму, вот как-то растут, но листья сбрасывают. Забыл, как оно называется. Кто знает, напишите, пожалуйста. Вот. Что по этому аквариуму, по этому водопадику? Значит, ну тут тоже поубираю вот нитчатку. Вот. Немножко наведу порядок. Следующий, это кубик был, кубик лабикуса я его называл. Значит, тут эхинодорус растет. Эхинодорус, кстати, тот, который мне присылал Артем с канала «Будни аквариумиста». Один из эхинодорусов. Вот я сюда зарядил питательный грунт и посадил этот эхинодорус. Ну, то есть он тут как-то живет, но ему что-то не подходит, видите. Вянет, кончики сохнут. Вот. Из жителей тут есть формозки, где-то они тоже спрятались. Ага, вот. Вот они. Есть. Так, может быть, включить свет? Так лучше будет, не знаю, вряд ли. Ладно, как есть. В общем, что по этому аквариуму? Я вообще ничего трогать в нем не буду. В нем, ну, как бы нормально. Средний этаж. Тот аквариум, в котором у меня бальбитис, немножко мха и блюдримы с оманками. Оманки, которые были выведены у меня, вот, собственноручно я этим занимался и получилось. Сейчас, к сожалению, не видно. А, кстати, смотрите, вот оманка, вот она. Есть и блюдрим, вот одна креветка. Ага, и вот оманка есть. В общем, они тут прячутся. Конечно, их тут стало значительно меньше. Вот, но тем не менее, тут я видел и малька блюдрима. Вот. Хотел их, конечно, забрать в свою двухсотку, но долго они там не проживут. Скалярии их просто уничтожат. Вот. А дальше кубик. Там, где валиснерия спиральная, где грунт, лавовая крошка и
под этим грунтом есть питательная подложка. Вот. Тут меченосцы. Вот эта самка совсем уже кривая стала. Она 500 тысяч раз отсюда выпрыгивала. Даже вот через эту щель. Вот. Что тут по этому аквариуму? Стекло, видите, покрылось ксенококусом почищу. Вот. Ну и в принципе все. Больше ничего не буду делать. Вот такое его состояние на данный момент. Валиснерия почему-то вот ей не подходит вот этот цвет. И питательный грунт ей не нравится. Ну и фильтры я тут буду чистить. Скорее всего, фильтра буду и в этом чистить. Посмотрим. Значит, следующий. Тут мальки вот этих меченосцев. Вот их тут много. Грунта нет. Улитки. Вабикусы с 200-ки, которые у меня когда-то были. На вабикусах эхинодорусы. Вот это эхинодорус горизонтальный. Тоже себя чувствует не очень. Тут может питания мало, может цвета. Но тем не менее, вот видите, даже детку запускает. Одна, вторая вот. Вот они там. Вот. Но это, по-моему, эхинодорус синусоид, если не ошибаюсь. В общем, в этой емкости делать ничего не буду. Так она и перейдет в следующий год. Так, ну и нижний этаж. Аквариум с зеркалом, в котором вы видите меня иногда, когда я здесь появляюсь. Задняя стенка сделана из зеркала. Значит, что тут? Тут те же самые мальки меченосцев. Есть буцки. Вот, так как тут есть течение, они себя чувствуют нормально. Хотя, видите, вот можно на них увидеть нитчатку. Все это уберу. Тут я тоже ничего не буду трогать. Как есть, так есть. Кстати, сегодня, наверное, возьму одного малька, меченосца, и заберу к себе в аквариум. Потому что там у меня один самец. Вот. Может отсюда самку возьму. Посмотрю или отсюда. Вот, выберу. Так, ну и аквариум, вот в котором были улитки-кролики. Это все, что от них, к сожалению, осталось. Остались только ракушки. Кроликов тут больше нет. Вот, потому что некогда было этим заниматься. И, в общем, все они погибли. Но тут разросся мох. Тут разросся, вот, по-моему, это, не знаю, это печеночный мох, по-моему. Вот. И буцефаландра себя чувствует тут отлично. Вот. К сожалению, тут была еще Монте-Карло, но она не выжила. Почему, не знаю, может быть, что-то поменялось. Из жителей тут, не знаю, может быть, тут есть формозы. И они прячутся, сейчас не вижу. Что здесь, скорее всего, вот этот кусок мха я уберу отсюда. Вот, кстати, по мху, вот он мох Bubble. Смотрите, боковые стенки тут не чистятся, и вот он начал прирастать прям. Вот. Вот такое состояние аквариумов на акваферме на данный момент. Плачевное. Ну, что поделать. Может быть, будет время, займусь. Нет, разберу. Кстати, вот оманки заняты именно вот тем делом, для которого они созданы. Они полностью вот сейчас чистят мох. Потому что тут кормежка, и как бы они не разбалованы. Сейчас я пришел, кину им корма специализированного. Еще чуть-чуть осталось с тех времен, когда пытался их разводить. Это вот Масура Шримптон. Немножко им дам. Для креветок это лакомство. Вот. Еще раз водопадик. Вот так это все выглядит. Мох прикольно растет, мне нравится. Заросло так. Даже крышка, я тут крышку ложил. Все полностью зарастает. В общем, ну вот такой вид. Пишите ваши комментарии. Кому понравилось, ставьте лайк. И всех с наступающим Новым годом. Всем пока, удачи!